Из-за личной неприязни жительница Аткарска наняла киллера для убийства собственного зятя. Регион в огне. Под Саратовом горят леса и сухая трава на площади около 20 гектаров. Спасибо за знания. 5 октября в России отмечается День учителя. Об этом и не только расскажем в программе «Новости РЕН ТВ Саратов» в 19:00.